Доброго времени суток всем. Всем привет. Директор О'Брайен, I think I put it all together. It was all smoke and mirrors, orchestrated by yourself. We'll have to speed things up. Damn it. It's all a setup. What do you mean? You pretty much got it. I'm glad I'm not paying you for nothing. I'll try to find a way to delay the sink. Roger that. Вот с Джессикой, конечно, очень интересно все. Она просто блондиночка или все-таки работает на этого? Я думаю, она на него работает. Вполне да. А еще вот эти двоих, конечно, очень интересно. Живы они? Для персонала это необъяснимый поступок просто, который она сделала. Ну да, согласен. Абсолютно. Правдивая ложь. Эпизод 10. Что, зачистили? Так ходит уже спокойно. Казино. Нет, это мы обратно во времени вернулись. Ну да. Sure. It's nothing new for us. Yeah, just like old times. The good old FBC. Что же он ему сказал-то? Он ему, да, что-то он ему успел шепнуть. Очень интересно. О, он живой. Он головой шевельнул. Да? Да. Get to the pre-train. Activate the bulwarks. Now that the power's back, we should be able to access the maintenance system. Okay. We should split up then. There's something I need to check on first. О, что-то мутит уже. I'll see you on the bridge. И Паркер такой брутальный, что он аж сам себя перебивает. Я что хочу сказать, может быть, он специально сказал, как ее забрал от этого. От Криса, отправил их двоих, чтобы она не мешала. Он же прям настоял фактически на том, чтобы ее забрать. Пошли со мной. Да. У меня что-то сейчас мысль такая в голову пришла. У меня вообще еще мысль более странная пришла, что Джессика, наоборот, этого... типа подстрелила, на самом деле не подстрелила, чтобы сделать вид, что он мертв, а на самом деле он жив. А Паркер тоже в курсе, и он в курсе зачем теперь. Что-то я, конечно, выдумывал. Ну ладно, у меня топорик есть. Куда идти-то в итоге? А для кого-то эта сценка вся была? Какая сценка? Ну, что все в курсе, но... Для Криса сжил. Я не знаю... Тут, блин, какой-то сплошной заговор. И чё, Джессика, ты тут будешь стоять теперь? What? What's wrong? You trying to ask me on a date? Фу, какая. У нас тут серьезные дела. Мне куда? Мне на мостик. На мостик это через прогулочную. Да, через прогулочную надо идти. Склад, бак, лаборатория, карантинный отсек, аварийный выход, квартердек, отсек экипажа. Мы, кстати, там не были до сих пор ни разу. Солярий, солярий. Слушай, может сходить в солярий сейчас? Как думаешь? Я думаю, смысла нет туда специально переться. Думаешь, пошлют? Я не знаю, но может быть и есть смысл. Не, мне на самом деле тоже не очень охота. Что там, да? Любопытно, но да, мне неохота туда идти. С другой стороны, конечно. Ладно, не знаю, не будем, короче, думать. У меня сложилось впечатление, что игра все-таки довольно линейна. Но может быть я и сильно ошибаюсь. Посмотрим. Пойдем туда, куда нас послали пока что потихоньку. А вдруг тебя просто туда пошлют? О, ящик могу разбить. У меня такой топорик. Зачетно. Да, мне тоже нравится. А у меня оружие
меня другой дробовик. Надо взять дробовик, как у Джилл был. Ну-ка, ну-ка. He told me, boss. And you know what you have to do. O'Brien out. Yeah, boss. I do. Смотри, то есть все-таки О'Брайен в курсе Реймонда. Джессика в курсе Реймонда. Все-таки это инсценировка была, мне кажется, но... Че, они все против Джилл Крисом, что ли? Я не... А смысл все турку устраивать не очень понятно. Не-не-не, О'Брайен-то явно против этого гада. Но мне так... Просто пока как-то не складываются кусочки. Вроде где-то близко, но... Не складывается абсолютно. Я не, пока вообще не понимаю. Надо было по голове треснуть сейчас. А жалко, нельзя как в пятый подойти и ногой пинать. Я могу в ящик-то заглянуть? Или не дадут? А, нет, не дают. Жалко. А я думал сейчас... А, ну сканер у меня есть. Ух ты! Ай! Зараза. Тут, походу, удобно вот этот, куда-то отходить в узкое пространство и отстреливать их вот так, когда не пачкай. Там акула к тебе идет, по-моему. Да. Да. Вот гадина. Слева получится пробежать? Ай! Я типа увернулся, но как-то... А? Не понял, что произошло, если честно, ничего не видел. Уходи! Гады. Нельзя тут, наоборот, зажиматься, по-моему. Нет, ну я акулу не видел сразу. Я имею в виду против тех прыгающих. А что у меня там еще из оружия есть? Пистолет обычный. Пулемет. Да дробовик, понятно. Мне вообще кажется, что там можно пробежать сквозь них. Может быть, да. Смысла драться мне с ними вообще никакого здесь нет. В принципе, тут везде нет смысла драться особо. Так-то. Подумать, если... О'Брайен here. Did Raymond tell you everything? Yeah, he told me, boss. And you know what you have to do. O'Brien out. Yeah, boss. Живучи какие. Не говори. Damn, it's a new type. Damn these creatures, always showing up at the worst times. Я немножко считерил. А, по перилам бьет. Блин. Все уже понятно. Ну, с лесенки еще можешь пострелять, он медленно ходит. А, тут закрыто. Понятно. Ну да. Ну, он сейчас тебе придет, можешь вот тут отсюда стрелять. Ой. Плохая идея. Готов? Вроде да. Ой, слюни-то распустил. Ладно, нормально. Отомстил, да? Ай! Ай! И все равно в итоге я здесь зажался. Ну ладно, там... Это акула неубиваемая.
от этих вот как раз удобно, мне кажется. Да-да-да. Со спины хоть не подпрыгнут. Там бежит кто-нибудь за мной или нет? Уже без разницы. Мне показалось, что тот бежал просто. Круто. Ого. Вот обоих удар прошел. Угу. Далеко, интересно. Почему оружие-то не дают нормальное сделать себе? Ого. Опять заново. Просто странно, у меня оружие явно у меня не самое лучшее. Учитывая, как они из дробовика убиваются долго. Оббегать их не получится, там узко слишком. Мне этот посох не напоминает периодически Коломбо. Он все время себя за волосы там что-то... А. Север такой, какой-то в плаще в этом. Вечно озабоченное лицо такое. Нет, что-то... Не, в принципе, пистолет себе неплохо, конечно, показывает, но... Долго, да? Да. Но если есть возможность отстрелять из пистолета, то лучше отстреливать, конечно. Сейчас вот акулу, да? Угу. Лучше, может, сразу перейти на снайперку? Побольше. Нет у меня снайперки. А, точно. Damn. It's a new type. Damn these creatures. Always showing up at the worst time. Ты можешь просто побежать. Как он там идет? Очень медленно. Закрылся такой. Ой, полет. Ой, блин, я думал, я там за угол зацепился, короче. Вот же неубиваемый-то. Он там сдох? Ну, вроде ему две гранаты хватило в прошлый раз. Опять я полумертвый. Может, побродить здесь? Ты это, будь оптимистом, полуживой. А, полуживой, хорошо. Опять я полуживой. Сейчас еще приключение найдешь. Угу. Пусто. Пусто, пусто. Ну там-то не могли же еще раз положить что-нибудь. Да фиг их знает. Вдруг. Нет, да ничего нет. О, о, что-то есть. No, I have to get to the bridge. No time for getting lost. Uh-huh. А. Отпечаток. О, травка. Отлично. Подгоняет меня еще. Угу. У тебя там важное дело же какое-то. Сейчас гранаткой сразу. Кидай. Там акула еще, что ли? Да. Да ё-моё, гад. Ого. Что ты такое сделал хитрое? А, физикой. Ну да. Ползет, смотри, зараза такая. Живой? Тьфу. А, ты в ноги отстрелил теперь? Да, в этот раз? Из дробовика. То есть у него соединительная часть очень слабая. Надо будет иметь в виду и попробовать в следующий раз тоже по ногам пострелять. Только у меня дробовика теперь нет. Так что... А еще я, по-моему, опять раненый, да? На мостик же вроде, да? Да. Вроде. Вроде на мостик. Где какое дело? Я уже здесь. Я буду начать уровнять болтворки. Это было быстро. Ты просто слава. Это напоминает меня. Я никогда не дал тебе этот обед. Это было год назад. Это хорошо. Ты можешь сделать все мне в одной большой спендинг-спре. Ха,
Okay, fine. Just sit tight and I'll be there soon. Ничего не понимаю, если честно. Они там о своем. Ну да. Окей. А, так, мы на мостике. А там что? Ой. Понятно. Как-то не с места. Parker? Смотри-ка. Spy has infiltrated the BSAA. Morgan's more. And it may be you. That's what Raymond told me. What are you talking about? We don't have time to... Mm-hmm. Parker, subdue that woman. Raymond? How? But you... You were... А может он? А может он? She's trying to activate the ship's self-destruct mechanism to destroy the evidence. What? А зачем, если они у них сверху корабль может уничтожить? This is getting out of hand. Ну да. Not funny. Come on. Say something. Parker, it's me. I can't trust you completely. Not yet. Put your gun down, Raymond. Yeah. You're too soft. Don't be fooled, Parker. Parker! Stupid men. Ну. Все-таки она. Она. I knew O'Brien had a lapdog. I'll tell Morgan it was you. Jessica! Don't worry about dinner. Now we're even. I'm sorry, Parker. Go after her. But you... Raymond, go! А он что, без бронежилета, что ли? Он спиной прикрыл же. Но все равно. Да. Так. Первая часть какого 10-го эпизода, да? Так, сохранимся. Хотя, есть у меня ощущение, что, в принципе, это делать не обязательно. Каждый раз сохраняться так. Но пусть будет. Мало ли. Так, и продолжаем. Все, корабль пошел. Цепная реакция. Я не очень понимаю, нафига это нужно, если у него сверху пушка, которая может пальнуть один раз и все. Я тоже не очень понимаю. Это Семира. Well, the proud queen Semiramis. She chooses death rather than suffering dignity. Не понял. As will the queen Zenobia. Я ничего не понял. Вот, пожалуйста, теперь у нас началось. А, там, то есть тут кто-то вообще другой взорвал. It appears my bright young assistant has made the last move. Now, have I made things clear to you? Clear as day. Now we finally have a target. Start counting, Morgan. Это вызов. Not the most original last words, but best of luck, gentlemen. Он, видимо, не знаком с Крисом. Ну да. Крис! Right. First, we gotta get out of here. Ничего не подложили. Ай, ладно, короче. Крис, тебе помочь?
У него тоннельное зрение включилось. А Паркер как же? Паркер, блин, не знаю. Ой. Не. Ты видишь? Прикольный. Еще дверь перед лицом закрывает. Угу. We're out of time. I'm jumping down. Куда? Блин, заблудился. Ай. Запрещенные спецдетали. Блин, кризис. Он опять передо мной застал прям. Ау. Крис, ты жив? Так. Ящик пистолетных патронов. Отлично. Столько всего понаклали. Прям по пути. Где? Я не знаю, все сюда бегут. Нет. Ау. Вот он. Ай. Блин. Что такое? Так, а ты куда? Сюда? А я сюда, видимо, да. Ой, да кто там? Это кто? Паркер? Или мне показалось? Паркер? Мне тоже показалось, широкая спина. Да, это он. Давай, поднимай, побежали. Can you stand, Parker? Thanks, Jill. Увидеть Паркер с корабля. Jessica shot me. She's working for Morgan. Jessica. Это что это там такое? Что там, патроны, да, светят? Блин, может, рано. Рано? Патроны, да. Кнопка. Это, наверное, эти. Взрывы, может, убило. Надеюсь. Я тоже надеюсь. Странно, что они так плавают. Обычно все-таки разлагаются. Не, странно, что баллон положили. Вот это меня больше напрягло. То есть, то есть... А вот теперь кнопки. Ага. Дай бог, сейчас вставать начну. Ты не зря здесь задержали же, я думаю. Да. Ну вот они, да. Еще раз. Ага. Вперед. Пофигу на них. Даже если там остались сзади. О, привет. Ну прикрывай уже. Крутой. Блин, из одного взгляда бочки взрываются. Это я стрельнул. А я думаю, смотрю... Он крутой в том, что не взорвался. Я смотрю, он так повернулся, и бочка взлетела. Это было брутально. Нормально, мы тебя вытащим отсюда. Крис вообще, блин. Идет просто это. Пламя в лицо, а он такой вообще никак. Ай, там сзади? Yeah,
Логичнее было бы мужику отдать его, тащить. Да, вообще-то да, кстати. Ну, тут Джилл тут вообще все делает. Джилл у нас мужик настоящий. Свой пацан. Ай, да что ж... Крис, ну помогай. Где Криста? Тащите, блин. Чё смотреть-то? Как же они любят это в Резидентах, а? Угу. Я просто промолчал, насколько это абсурдно все выглядело. Ладно. Насколько абсурдно? Попробуй такую тушу удержи. Даже, в общем-то, Крис. Окей. Блин, а я думаю, где он там стоит? Вижу тень. Ну прыгай. Ого. Вовремя так откачнулся. Так. Ой, крутить. Ненавижу крутить. Вверх. 3 минуты 20 секунд. Ой, сколько баллонов тут стоит. Походу. Да, я его убил. Круто. Фу, забыл. Здравствуйте. Похилился, что ли? Ща. А где он? Наверху, что ли, уже ускакал? Ого. Ну, давай, давай. Вверх бежать, потому что они стонут. Точно. Он погружается. Ау! Плохо. Блин. Сейчас катер, еще смотри аккуратно. Ну да. Куда? Гад такой. Добегу я. Че там, че, блин, бежишь, оно само от тебя отскакивает. Действительно.
что развелось вертолетов. Это точно. Джессика, пойди, сваливай тоже же. Да, блин. Поджигать-то. Мне не показалось? Нет. Точно. Это вот его щупальца были. Ну, это было круто. Правдивый лор. Конец. Эпизод 10. Я, по-моему, в конце каждого эпизода говорю, это было круто. Ладно, учитывая, что серия как раз подошла к концу, эпизод закончился. Продолжение увидим в следующей серии. Не пинайте сильно. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.